Доброе утро, друзья. Смотрите, какая у нас темнота. И слышу, что капает дождь. Для моего бизнеса это очень плохо. Особенно в Испании, когда при дожде вообще никто никуда не выходит, то трындец, конечно. Я надеялась, что дождя не будет. Он был написан, что будет дождь, но во второй половине дня. Ну, сейчас капает, блин, зараза. Ну ладно. Ничего же не поделаешь. Ну ничего страшного. Ням-ням-ням-ням. Слышу дождик. Ну-ка посмотрю сейчас, что тут передают. Так. Блин, слышите, капает? Все изменилось. До 11. Дождик будет. Нафиг я до 11. 90% 10 до 11. Трындец. Завтра тоже дождик. В понедельник тоже дождик. Во вторник тоже дождик. Здесь-то капает 2 капли. Но ведь люди никуда не выходят. Они все, они боятся. Вдруг их затопит. Я сейчас поеду в Алди, потому что там должны привезти лампу такую, знаете, кольцо, как кольцо. Оно сейчас у всех есть. Я сегодня тост мажу вареной сгущенкой. Я что-то вспомнила, что у меня есть вареная сгущенка. И говорю, надо ее оприходовать и израсходовать. И вот поеду к открытию, потому что обычно там такие вещи, все забирается буквально за считанные секунды. Ой, ну ладно, ну что ж поделаешь, ничего не поделаешь с погодой. У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. Конечно, мотив не тот, но смысл понятен, видите? Ну, зато пыль прибьется. Сахарская. И машины будут все грязные. Поэтому мне тут на днях муж дает 2 фишки. А он же техосмотр проходил. Он говорит, я свою машину мою, как перед техосмотром только. Вот, говорит, у меня 2 фишки на мойку осталось. На, забери. А я говорю, что машина-то мыть? Все равно вон какая пылища и все это. Все грязь какая. А что ее мыть-то? Люди у нас тут, мои клиентки. Я уже задолбалась окна мыть. Я говорю, я их и не мою. Что их мыть-то? Когда вот лето придет, летом дождей не бывает. Тогда и вымою. А сейчас смысла нет никакого. Они, знаете, намоют здесь окна, потом закрывают все персианы, жалюзи и сидят в темноте. Я так не люблю. Я люблю, чтобы все было видно. Свет, солнце, мир. Поэтому мне как бы, ну, есть пятна там от пыли. Ай, хрен с ними. Помоются летом, правильно? Приятного аппетита. И что ты сюда сел? Редкость, но бывает. Дождик. Я вообще люблю дождик. Ну, блин, не в субботу же. А, да. Такое счастье мое. Выехала из дома пораньше, потому что... Ну, я вам объяснила, почему купила я себе это кольцо световое. Теперь буду со светом. Там вроде как и подешевле, 13 евро всего. Но я дома его покажу, расскажу. И вот такая панорама понаблюдать вышли. Дождик у нас уже так закончился. Будем надеяться, что не пойдет уже такой сильный. Такая красота. Приехала в мир по дому, здесь какое-то столпотворение. Обычно внизу на парковке вообще полно мест, а сейчас негде было машину припарковать. Представляете, наверху тоже все занято. Я думаю, поеду вниз, а тут мама дорогая, все жрать хотят. Дождь перестал вроде бы как, хотя сейчас опять начал трындеть. Голодные все.
Мне, в принципе, не надо так много-то еды, но, блин, это вообще жесть. Сроду что-то я такого не помню, чтобы столько народу было. Голодные все. Пока стою в очереди, скажу, что я там купила. Сахар 2 килограмма, шампиньоны, мясо, молоко. Ой, молоко. Мороженое такое вот. Арбузик взяла, смотрите, 1,73 рубль килограмм стоит. И это, ну понятно, да, Брица и Чучи Чарли. Все. Народу, конечно, жесть. Как с голодного края все. Поела я окрошку. Она ж холодная. Вот хожу, мерзну. Сейчас чай наведу с конфетками. Ну что-то прям я озябла. Немного отдохну и опять на работу. У меня клиентка уже прислала. Говорит, можно приду. Вроде бы дождя как нет. Ну, конечно, день тухлый был, как я и ожидала. Эх, не любят здесь в дождь выходить. Хотя, смотрите, в Меркадоне что было. Столпотворение, страсть. Я забыла, что я... Хотя я не забыла, я помнила, что по субботам лучше не ездить ни в какие магазины, потому что народу будет. Но у мужа бритв нету. Уже давным-давно. Я забываю. Я все ему говорю, вот я откуда знаю, я не бреюсь. Я откуда знаю, есть у тебя, нет у тебя, откуда я знаю. Он, я тебе говорил. Ну, я, может, и говорил. Может, и говорил. Но я же ни хрена не помню. И вот, то есть, до понедельника еще, как бы, бороды, конечно, модные они и все такое, но я не люблю бороды. А вы пишите в комментариях, вы любите бородатых мужчин? Я как-то не очень. Другое дело, когда все хорошо выбрито. Вот. Так что вот такие дела. Приготовила уже себе семечки. Пошла я греться и отдыхать. Мне еще вам надо показать кольцо, какое я купила. Сейчас согреюсь и соберу его. И может какой-нибудь тикток забацаю. Ну теперь со светом я тебе крутая. Жарю грибочки с мужем, с горошком зеленым. И хочу сейчас попробовать арибуз. Вы знаете, в Испании с фруктами там нет какого-то вот, что там вот зима, нету фруктов. То есть арбуз это как бы не роскошь какая-то или еще что-то, он продается круглогодично у нас. Просто вот, например, в Алькампо они целыми продавались, а мне как бы целые не хочу. А тут гляжу в Меркадоне, вот по четвертинке, это самое то. Сейчас попробуем. Кстати, откуда он? Такая роскошь. Из Валенсии. Испанский. Единственное, чего нету круглогодично, это черешня. И то она есть, но она вообще никакая, как трава. Скажите, арбуз, что не трава? Сейчас попробуем. Не трава. Вкусный какой. Ни капельки, ни трава. И снова седая ночь. Здесь же температура 20 градусов. Шикарная. Для того, чтобы все подряд выращивать. А вот летом, да, жара, все выгорает. В Испании скорее летом, не сезон, чем зимой.
такой вкусный. Сейчас опять замерзну. Я уже заварила себе чай. Это такая мерзлячка. Я даже летом, вы представляете, на улице 30 градусов. И на меня обязательно должно быть накрыто вот эта вот часть верхняя. От головы до попы должно все быть накрыто. Я люблю, чтобы почему-то уши были закрыты вот так. Не знаю почему. Когда даже на диване лежу и ловлю себя на мысли, что мне нужно вот так ухо закрыть. Представляете? Ой, блин. Бывает и такое. Еще кусочек съем. Ну, вот так это все выглядит. Вообще прикольно. Это я, знаете, на свой штатив. Ой, не штатив, а как он назвать? Штатив, да, тренога поставила. А вообще здесь есть вот своя, вот такая родная. Но я попробовать, чтобы... В общем, мне, в принципе, все нравится. Смотрите, как светло. Здесь меняется свет. Вот. И также можно уменьшить свет, увеличить. В общем, прикольно. Сейчас покажу, как на своей родной держится. Так симпатично тоже. Смотрите, вроде как после дождичка-то машина должна быть чистой, правильно? А нет, у нас все с точностью да наоборот. О, какая грязь. Видали? Вот такая вот у нас дождики идут, дождички. Грязнулечки. Вот машина вся чумазая. Да, Чарли? Че мыть ее бы надо было? Не надо ее мыть. Все, едем на работу. Едем? Бамо? Мама траваха? Мама траваха un poquito? Си? И viene Adela и te trae una manzana? Que si? Не, не, это нет. Сегодня удачно припарковала машину. Там, рядом с работой. Все время про маску забываю. Хотя тут идти 2 шага. Но у нас там ресторан есть. И вот что-то слышу. Все развивается, как смотрите. Королева. И развивается все. Что-то шумно. И думаю, ну его нафиг. Надену вот так вот. А вот. Ресторан сейчас время, знаете, какое? Пить аперитив. Как они говорят здесь. Там всякие, в общем, крепительные напитки. О, Господи. Обычные иностранцы здесь у нас уже, знаете, у нас тут на Нужной горе все меньше и меньше остается коренных жителей. И остаются, и выкупают вот эти дома старые. Им уже, вот знаете, века, наверное, выкупают иностранцы. В основном англичане, немцы. Вот, и они любят бухать. Скажем так, сидеть и выпивать в это время уже где-то часа в 4-5. Такая кошка злая живет. Тихо, бам, Чарли. Вот. И вот сидят они тут, побухивают потихонечку. Как пахнет у нас апельсинами, просто нереальный запах. Идет на всю площадь. Смотрите, прям жасминовый такой, вкуснятина. Что у него с этим пляжем произошло, я не пойму. Не хочет гулять здесь. Блин. А я хочу. Бамо. Бинго, бамо. Маму. Нет, ты посмотри на него. Бинго, бамо, корри. Бамо. Протестант. Хренов. Че он тут боится? Тут никого ничего нету. Бинго, бамо. Ну-ка, сделаем такой вот шаг. Типа я убегаю. Такой всегда действовала. О. Мама, 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 пошла. Си, Ванька, мама. Идите. Ванька, мама, корри, корри. Так вот и бегаем. Да, да. Все. Главное, как говорится, его мозги переключить на другое. Че, очухался, не очухался? Вроде бы да. В общем, иду на пляж. Гляжу, машин много припарковано там. Все тусуются. Погода хорошая, несмотря на вот такой вот, как говорится, заоблачность. Все, растребушила.
Все. А то, видишь, что это он боится. Чарли. Ну, вы поняли. К сожалению, заката сегодня не будет, потому что облачно. Но зато офигительно море пахнет. Подружка мне там чихает. Не корона в рот? Не корона в рот. Точно не корона в рот? Не. Где он? Вот. Фу. Ой. Нервный тик. Дайте палку. Дра-та-та-та, дра-та-та. Вольта, дай ты Вольта. Вольта, а? Вольта! Скажите, не чуть, чтоб тебе тут... Опс. Хорошо, хоть море палки выталкивает. Сегодня сейчас клиентка пришла, короче. Та, которая ему яблоки носит. И так смешно, он ее встретил, такой, встал на задние лапы. Она такая, ой, я, говорит, сегодня тебе не принесла яблоки. А он такой стоит на задних лапах, вот так смотрит на нее. Она такая, блин, как, говорит, жалко вообще. Как жалко-то. Ой, я говорю, да ладно, говорю, я только вот вчера выбросила ваше яблоко-то. Он ел его всю неделю. Она так смеялась, а он, знаете, увидел, что она идет, и давай быстрее к ней на задних лапах такой. Че, говорит, он хочет? Я говорю, в смысле, что хочет? Яблоко? Че же он хочет-то еще? Ой, блин, и смех, и грех. Как вкусно пахнет море. Обожаю морской запах. У нас тут расчистили пляж. Поэтому можно пройтись. Так вот. Зака. Красота. Вода 15 градусов. Это я фотографируюсь, чтобы вы понимали. Подождите, этот атрибут не мешает. Какая вкусная палка. Ну вот, сегодня палочка у нас в машине. Но я ее хочу выбросить, она мне совершенно здесь не нужна. Нет. Буду готовить курочку. Достала курочку, буду готовить в казанке. С овощами. Здесь вот уже обжаривается курочка. Здесь порезала все овощи. Лук, чеснок, морковка. Еще будут туда грибы отправляться. Тоже потом порежу. Смотрите, у меня вот такая вот штука. Ой, есть. Это закрывать плиту. Но я вот эту часть почти никогда не закрываю. Всегда готовлю вот на одной части. Но у меня, в принципе, знаете, я даже задумывалась, чтобы надо было купить даже комфорт. Вот такую вот с двумя вот этими штуками. С двумя. Ну, вы поняли, да? Потому что я всегда почти одной ей пользуюсь. И было бы много больше рабочего места. Ну, ладно. Поэтому вот эта сторона всегда почти закрыта. А вот это стекло я поставила сюда. Так будет удобнее мыть и все такое. Ну, в принципе, не особо все летает. Там какие-то капли или еще что-то. Но все-таки. Кстати, смотрите, к казанку ничего не прилипает. Видите? Все зашибись. Я боялась, что будет прилипать, но все нормально. Так что вот так буду курочку готовить с вином на завтра. С вином. Курочка будет готовиться с вином. А может и прибухнуть, кстати. Почему бы нет? Вина до хрена у нас. Какое-нибудь у меня там газированное есть такое, как это. Как компотик, скажем так. Вот такие дела у нас. И как это долгоиграющая готовка. Думаю, сейчас ее забацаю. Тем более, самое сложное в готовке это приготовление. Нарезать все там вот это вот. Ну, а так как я все нарезала, то пол дела сделано. А у вас что на обед будет? Не, вот знаете, редко бывает какая-то проблема, чтобы что-то приготовить или что надоедает.
Ну, потому что я люблю готовить, наверное, только поэтому. Я приготовила себе уже ужин, который будет состоять из папайи и ананас. Так что вот такие дела. Уже сняла ТикТок обалденный, загрузила его. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. У меня подруга, кстати, тоже стала ТикТокером. Так смешно. Она долго сопротивлялась, но поддалась на мои провокации, скажем так. А теперь-то у меня еще и лампа есть. Снимай не хочу, так что подписывайтесь, ссылочка внизу. На Инстаграм тоже подписывайтесь. Я там каждый день тоже сторис снимаю, фоточки выставляю. Вот. Да и лайки ставьте там. Ну, подписывайтесь на YouTube-канал тоже. Че уж для кучи, как говорится. Грибочки, смотрите, какие классные. Свеженькие. Вот такие дела. Так, все получается. Сейчас убавлю этот брум-брум-брум-брум. И будет тушиться, ну, я думаю, минут 40. Засечем время. А потом добавлю в конце за минут 10, наверное, 15 шампиньоны. Я уже их порезала. И все. Вот такое вот у меня будет блюдо, друзья. Ну что, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего и всем пока-пока!